Тоже повестка стресс. Вам нормально посреди дороги стоять без маяков? Что? Ну вот, посреди дороги вы стоите с нарушением ПДД без включенных маяков, нет? Не стоите? Ну, а на них можно стоять, нет? Да? А как фамилия ваша? Как еще раз? Лисенку. Хорошо. Вот. Теперь хорошо. До свидания. Нормально стоят. Ну, капитан Лисенков. Если можно стоять, что ж маячки-то включили?